друзья, самое время немного размяться и показать всем Москве, Питеру, вообще всему миру, что такое русский рейв, что такое русская аудитория. Вау! Поэтому следующий трек с небольшим сюрпризом. Сейчас мы отыграем интруху, а потом я расскажу, что надо сделать. Сейчас сделать. Друзья, выходите! Давай, давай, давай! Все, что нужно нам все сделать. Дайте шуму пацанам! Сейчас здесь произойдет легендарная хуйня, которую я пока что видел только на крупнейших рейвах в Голландии. Все, что нам нужно сделать, положить руки на плечи человеку, который рядом с вами. Делаем это все. Это безопасно максимально, никто не упадет. Давайте, давайте, давайте. Суппорты, помогите. Во время дропа мы делаем 8 шагов вправо, 8 шагов влево. Будет это выглядеть примерно так. Давайте. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вот такую тему, только, по-моему, не 8, а все-таки 4. Так, мы делаем это все вместе, и это будет охуенно. Давайте попробуем. Мы чуть-чуть замедлим трек, чтобы не было так жестко. Давай до 150. Так, друзья, начинаем движение. Вначале влево, потом вправо. 4. Двигайся влево, 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 влево. Двигаемся вправо, 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 вправо. Молодцы! Работаем! Сумасшедший, мы летим, парень, ломать. Хочу купить все, где угодить.
Идем. Пойдем? Нам идти к вам? Паша! Давайте тогда подготовимся к треку. Сейчас, давайте так. Россия хочет жестче, Россия хочет жестче, Россия хочет жестче, Россия хочет жестче. Что? Давайте громче. Россия хочет жестче, Россия хочет жестче, Россия хочет жестче. Да пойдем. Саш, так кому-то надо песню включить. Сами споем так. Я обещал, что я выйду, я, бля, вышел.
неделе у меня вышел мой первый мерч. Рейфлайдинг. Рейфлайдинг, ебаш, подвески, футболки, кудосы. Если вы любите рейф так же, как и я, заходите на сайт vsrap.com/skurt и найдете меня там. Вот и порекламировали. Вот, так, сейчас еще один хиток. Еще больше шума для Руслана Крейзера и Кахала, дайте. Разъебем прям как надо.